Всем привет, всем приятного просмотра, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу о своем небольшом заказе от компании Oriflame. Я заказала 3 продукта. Я вам уже говорила, что заказ Oriflame был средний, и он разделен был на 2 части, так как первая часть это пришли первые продукты, и вторая часть вот только что пришли все мои продукты, то есть окончательные. И давайте я вам расскажу подробно, что же я заказала. Первое, это была вот такая туалетная вода, 50 мг, восточная, с афродизиаками, такая вот со сладковатыми нотками шоколада, 50 мг. Очень красиво выглядит сам флакон, мне безумно понравился. Я вам сейчас покажу, вот так выглядит этот флакон, очень оригинально сделан, красивый дизайн. Единственное но, сам вот эта вот ручка флакона очень неудобно открывается. То есть я ее открываю не так, открываю я ее вот так. Приятный такой восточный аромат, такой сексуальный, манящий, притягательный, со сладковатыми слегка нотками. Кто любитель сладковатых, нежных таких ароматов, таких сексуальных, волнующих, вам понравится этот аромат. Очень он мне нравится. Не знаю еще насчет стойкости, какая стойкость. Вот еще моя коллекция пополнилась новым ароматом от Oriflame. Шикарный аромат. Еще шел там гель для душа и масло. Я жалею, что я сейчас не заказала, так безумно понравился этот аромат. Я очень довольна этой покупкой. Следующая покупка — вот такие корректоры формы лица от Oriflame. Ravel Kit, палитра корректора формы лица. Выглядит вот так сейчас этот продукт. Я думала, что он будет больше форматом. Здесь такие вот приятные, красивые оттенки. Я вам покажу поближе. Вот так выглядит. Какой-то розоватый, розовый какой-то бежевый и темный такой розовый. Запах абсолютно нет, не присутствует. Очень мягкая кремообразная текстура. Я уже попробовала на пальчике. Пыталась, я уже записываю 3-й раз это видео, хотела показать вам сводчики, но могу показать еще раз, не знаю, запишу ли я это видео. Вот так выглядит, вот так выглядит, не знаю, будет ли вам видно. Очень такие нежные, красивые оттенки, 3 корректора по 1 грамму, вот так выглядит эта палитричка. Следующий продукт шел вот в такой упаковке. Это массажер от Oriflame. Массажер для лица 4 в 1. Сейчас вам покажу массажер, как выглядит. Вот так выглядит этот массажер. 4 насадки. Первая насадка можно использовать со скрабом. Вторая насадка расслабляющая. С такими роликовыми пальчиками. Шарики такие. Третья насадка спонжевая. Тоже для кремов, для гелей, для пенок. И можно использовать эту насадку для кремов и масел. Вот, выглядит вот так массажер, достаточно легкий. В комплекте не идут батарейки. Переключатель скорости 2 режима. Он очень легкий. Вот так выглядит сам массажер от Oriflame. Сейчас вам покажу, как одевается насадка. Минуточку. Вот так одевается эта насадка. Вот так выглядит. Очень мне интересно уже попробовать этот массажер, как он работает. Такая вот милая вещичка. Я вам уже говорила про предыдущий массажер от Oriflame. Там была одна насадка для лица. Я очень бы хотела видеть тогда, в то время я говорила, что хотела бы получить массажер для лица с несколькими насадками. Наконец-то появилась такая вещь. В каталоге я получила... В каталоге этот массажер шел со скидкой, если вы покупаете любой продукт от серии Экологен. Но я его купила сначала без скидки, а потом мне менеджер сделала скидку. Полностью я купила ее за полцены, то есть за половину. Ой, простите. Вот так выглядел этот массажер. Достаточно такой приятный, мне очень понравился, очень такой легкий. Понравилось, что есть 4 насадки, я очень довольна. Еще должна была прийти косметичка, то есть не косметичка, а Beauty Case. И, к сожалению, он не пришел, я очень расстроилась. Но меня порадовала туалетная водичка, порадовал массажер, порадовали корректоры. Я очень рада, особенно туалетная вода и массажер. В общем, жалко, что не пришел сам Beauty Case, потому что он был очень красивый, черного такого лакового
черного цвета лаковый такой кейс был для косметики. Не пришел, мне сказали по той причине, что не было его на складе. Не знаю, то ли это правда, то ли не правда, то ли этот кейс мой забрали себе, но я не думаю, что так бы поступили, так как мне мой менеджер очень хороший человек, всегда вовремя приходит мой заказ, какие-то пробнички, какие-то листовочки, все приходит вовремя, и все мне дается за полцены, даже больше иногда делают скидки, не так, как обычным консультантам. Я очень безгранично рада, спасибо моему менеджеру.